Всем привет! Привет, мы едем в гости. Привет, ждем автобус. Вот, 34-й. Я помыла голову и так само все высохнет. Очки. Вот так что поедем. Развеемся чуть-чуть в другое место. Там детишки здесь будут. Парк у них есть в комплексе. Как вот? Закрытое там будет место. Ну, дом как бы забором. Комплекс называется. Не знаю, как по-русски. Вот у нас достаточно жарко. Вот, глазам прям тяжело смотреть. Я уже пошла. А куда ты по лялям-то ходишь? Я ее надела сегодня так красиво. Ну, так что особо она ничего не поела. Огурец поела, палочки творожные не поела. Вот так что сидим, ждем. Я не красилась. Вот. Так что ждем автобуса. И поедем. Только когда он приедет. Еще можно было в сторону аэропорта пойти. Потому что там-то точно автобусы почаще ходят. Сейчас, ладно, будем сидеть ждать. Все, мы уже приехали к Венере. У них тут такие домики высокие. Пойдем? Мы шли с остановки аж. Ну, прилично шли. Дальчики текут. Прикольно. Как это, как в отеле. София, пойдем. На лифте, наверное. 13-я у меня квартира. Прикольно. София, пошли на лифте. 13-я, здесь 4. Вот она говорила, что второй этаж. Поехали. Никогда не снималась в лифте. Пойдем. О, я вообще никакая. Так, второй этаж. Или первый этаж. Видите, вообще устала, как собака. Пока шла. Так, здесь у нас... Нет, наверное, все-таки первый этаж. Стой. Ну, давай, выходи. Мне кажется, что мы переборщили. А, нет, не переборщили. 13-е. 18-е. Наверное, в ту сторону. Не переборщили. Прикольно, да? 19-е. Вот, 13-е, наверное, ниже. Да, мы, наверное, это. София, поехали ниже. Прокатимся. Ну, даже не то. Ладно. Чуть-чуть переборщили. Поехали ниже. Заходи. Все, мы уже у Венеры в гостях. Венера приготовила такой салатик мимоза. Зефир, по которому я постоянно скучаю. Что это за варенье? Дуд, шелковица, да. Тут детишки играют. А я сделала Венера там. Арбузное варенье еще, но... Арбузное варенье? Сейчас попробую, подожди. Это что, поча этот? Это бюрек. Бюрек. Короче, никак не перевести. Бюрек с сыром, да? Это что такое? Арбуз. Сейчас попробуем открыть. Арбузное? Да. Это как интересно, арбузное варенье. Никогда не пробовала. Будем сегодня пробовать. Я тоже первый раз сделала. Плавница. Гулять пойдем. Вот мы посидели у Венеры. Еще знакомая ее была. Сейчас пойдем. Плохо себя ведет. У них беседка так. Можно поиграть, не знаю, в бадминтон. Прикольно. Балкончик. Да, так нам, да, нам проще прийти. Я говорю, что в следующий раз придем в парке поиграем, чтобы она наигралась. И потом она будет сидеть дома. Я же искала, чтобы в парк пойдем. Ты не против, я так чуть-чуть сниму? Так, но... Просто грязная, дай, посуда. Вот так это, видишь. Нет, это моя карточка. А, да, это тетя Венерина. Очень в следующий раз пораньше карточка. Придем. Пораньше. София, наиграемся карточка, в парке. Дай. И... Это нельзя. Вот она себя. Баловница. Мы сейчас пойдем гулять в парк. Слышишь? Тут получается тоже комнатка детская. Не знаю, видно, не видно. Наверное, не видно. А, с той стороны показывает. Тут просто эта штучка закрыта. Так тепло, хорошо. Не знаю сейчас.
красота тут посажена. Супер. Там у них бассейн, видимо, тут фонтанчик. Так красиво. Роза радуется. Вижу, в коляску села. Как бы вот дом этот, где Венерка живет. Венера. Вот там тоже. Это тоже такой дом. Выход. И там вот парк. Сейчас Софийка пойдет кататься. Ты пойдешь кататься, кач-кач? Нет. Уже все. Самолетик там полетел. Тут дети гуляют. Выходи. Куда? Куда ты хочешь? А? Пойдешь кач-кач? Нет. Вон там кач-кач. Качели не знаю, есть, нету. Пойдем. Качели вроде. Качели нету. Иди сюда. А, есть качели. София? Тут качели есть. София, пойдешь качаться? Кач-кач. София? А? Тут это и площадка для детей, и качели. Кукла. Она мальчиков любит. Мальчик понравился. София. Спасибо, Венера, что нас приняла. Сейчас пойдем домой уже. Софийка спать хочет. В следующий раз надо просто пораньше прийти, нагуляться тут ей в парке и уже потом на сон ее положить. И уже можно посидеть, потрещать. Все, пошли. Все, поедем мы домой. Дома, наверное, включусь. Так что все равно место дислокации поменяли уже хорошо, потому что... Ой, на тормоз поставила. Ладно, мы поехали. Ой, да, мы поехали. Так что увидимся.